Сегодня дома культуры готовы удивлять. У каждого есть своя изюминка, где-то упор делают на ремесло и рукоделие, где-то фаворит их песни. Причем стихи не заимствуют, а пишут самостоятельно. Хор поет много песен, но в основном наши авторские песни. Эти песни пишу я. Вот выпустил книгу, сборник стихов. «Прошедшие годы забыть невозможно. На память приходит родительский дом». Вот здесь 10 песен, которые мы поем. В подтверждение десятки дипломов, благодарностей и любовь публики. В своих докладах работники ДК говорили о проблемах развития культуры города, сотрудничества с ТОСами в отдаленных микрорайонах. Затрагивали проблему межэтнических отношений в нашем городе. Хотим выяснить наши проблемы развития культуры города, наши плюсы и минусы, чтобы в дальнейшем направить свою деятельность в нужное русло и как-то организовать настоящее культурное пространство нашего города. По результатам форума была принята резолюция, в которой отражены все основные проблемы и намечены новые планы. Андрей Слепнев, Виктор Горновской, «Новости дня».